Друзья, всем привет! Я нахожусь в магазине Fix Price, город Челябин, Чечерина, 37Б. Сегодня мы посмотрим невероятное количество потрясающих и интересных товаров и начнем с наших любимых кружек. Глубокая кружечка с резным узором. Раньше в таком стиле была хрустальная посуда, но это, конечно же, сделано из стекла. 400 мл за 55. Последний раз приходила, термостаканы уже разобрали. Но вот появилась еще одна коробочка, стоимость 149, объем 310 мл. Стаканы полуматовые с объемным узором. Выпуклые цветочки красиво сделаны. Объем 390 мл за 77. Аккуратные кружечки за 55, их удобно ставить друг на друга. 300 мл, материал фаянс. Еще один красивый цвет, кружки глянцевые снаружи. Сильных дефектов не вижу, есть места не очень прокрашенные. Кофейно-серый оттенок. Настольные термосалфетки в новогоднем стиле, с елочками, снежинками и оленями. На свету переливается серебряным, размер 45 на 30 сантиметров. На выбор три цвета, салфетки двухсторонние, в золотом, красном и серебряном цвете, стоимость 51. Стою и не могу выбрать, какую взять. Коврик настольный, он уже намного больше, чем предыдущий, за 55 рублей. Размер 38 на 58, полупрозрачный. На выбор представлено 4 расцветки. На коврике с черным рисунком узор основной только по краям, а на третьем варианте овощи идут вдоль двух сторон. Снова в продаже по 50 рублей появился набор из салфетки и подставки под чашку. Вот какая она маленькая. И снова на выбор 4 варианта. Пишите в комментариях, какая из салфеток вам понравилась больше всего. Здесь розочка только с краю. Размер салфеток стандартный, 45 на 30. Не прошло и 100 лет, как в Челябинск наконец привезли эти боксы. Два ящичка, надпись «Аптечка» и изображение таблеток. Размер, к сожалению, не указан, но указано, что можно хранить пищевые продукты. Стоимость 199 рублей. Думаю, много медикаментов не поместится. На выбор два цвета, одинаковая картинка в ярко-красном и зеленом цвете. Коробка складная с окошком. Давно таких не видела в нашем магазине. Через окошко все будет прекрасно видно. По бокам есть ручки, цена 199. Размер 45 на 25 на 30. Снова привезли этих красавцев, графин для напитков или по-другому штоф. Объемный рисунок, аккуратно выполнено, без дефектов. 750 мл, стекло 77 рублей, силиконовая вставка. Посмотрите, какая сегодня красота. Девочки так аккуратно расставили всю посуду, глаз не нарадуется. Большой выбор, особенно к предстоящему празднику. Новая бульонница с ручкой с выпуклым рисунком. Напишите, как вы думаете, что здесь изображено. Я подумала, что может быть это листочек. Объем 700 мл, 77 рублей. Материал фаянс. Еще очень хорошо выглядят данные пиалы. Аккуратное покрытие, красивая расцветка. Небольшие недочеты, конечно же, встречаются, но стоимость всего 55. 500 мл. Очень мне понравился новый салатник. Стоимостью 99 рублей, 21 сантиметр. По краю словно идут какие-то бусины, выполненные из стекла, производство Китай. Гармонично впишется в праздничный стол. Обратите внимание, как выполнена ножка, на ней также повторяется узор. Наконец, к белой коллекции с золотой каемочкой привезли соусники. 9 сантиметров, опаловое стекло, 27,50. Когда я первый раз показывала вам всю эту коллекцию, нам не хватало 4 товаров. Но сейчас, когда я на нее смотрю, я даже не представляю, что здесь еще может быть. Я сама не проверяла, но возможно золотое покрытие может слезть. Так красиво будет выглядеть стеклянная посуда с ярким салатом внутри. Объем салатника 0,6 за 77. По этой же цене есть еще удлиненная форма. Бортики невысокие, объем 500 мл. Новые потрясающие минажницы, в них достаточно места, плюс она тяжеленькая. Бюджетная цена 99. Хорошее исполнение, 26 сантиметров, Китай, стекло. Новые банки для сыпучих продуктов, либо чая. Объем 450 мл, матовое покрытие. Цена за банку 77, керамика. И только вы будете знать секрет о том, что внутри она голубая. Второй год Fix Price приводит формы для канапе. Цена за одну штуку 13,70. Формы бывают разные, зеленые, красные, синие, розовые. Можно взять одного цвета, можно разных.
А также они отличаются по форме: треугольники, сердечки, квадратики, кругляшки и цветочки. Новый пергамент силиконизированный, а вы о таком раньше слышали? Я нет. 38 сантиметров на 8 метров. Так он выглядит изнутри, как будто и правда чем-то пропитан. Стоимость рулона 77. Новые высокие терки. Все стандартно, разные отверстия. Нержавеющая сталь и цена 77 рублей. Легкий материал. Обалдеть, что фикс-прайс нам привез. На таких обычно подают нарезку, сыры, либо можно купить как игрушку дочери, так как размер 25 на 10. Цена 77, так выглядит в сравнении со стандартной. А эта доска подлиньше, на такой красиво будет выглядеть мясо. Оттенки дерева отличаются, 38 на 12. Вот как две доски смотрятся вместе, большая по 149. Терка с ручкой, стоимость 77 рублей. Почему-то, когда вижу такую терку, сразу вспоминаю различные кулинарные шоу. Изготовлена из нержавеющей стали и полипропилена. Нож консервный, стоимость 199 рублей. Также с открывашкой для банок с одной стороны и с другой стороны для бутылок. Ножи в упаковке прикрыты, выполнены из углеродистой стали. За 55 рублей из этой же серии овощи-чистка с удобной петелькой и ручкой из нержавеющей стали. Силиконовый набор форм для выпечки из 6 штук стоимостью 55 рублей. Есть классические стандартные формы, а есть тематические. Например, к Новому году удалось найти две в виде елочки и варежки. Новые щетки для чистки машины от снега. Выглядит добротно, поролоновая вставка в ручке. А так выглядит другая сторона. Нестандарт за 199. А также в фикс-прайс сейчас можно прикупить лопату. Особенно актуально, ведь у нас выпал снег. Кстати, а у вас он тоже выпал? Невысокая. Так крепится лопата к деревянному черенку. Стоимость 199 рублей, вес меньше килограмма. В последнее время в магазине часто появляются новинки в книгах. Наверное, особенная радость для тех, кто любит читать в бумажном варианте. Так как книг очень много, а у нас здесь полнейший хаос, все, что я смогла здесь найти, я пытаюсь показать вам в кадре. Если вам какая-то из этих книг понравилась, приходите обязательно и сразу покупайте, потому что книги разбирают очень-очень быстро. А если вы уже читали какую-нибудь из этих книг, то напишите свой отзыв. Это будет интересно не только мне, но и моим зрителям. Все книги стоят по 99 рублей. Так, девочки, люблю, когда привозят всякие девчачьи штучки. Появились новые сумочки с пластиковым карабином. Небольшие за 199, с гладким ремнем. Огромный плюс, что ручка регулируется по длине. Есть небольшой кармашек на металлическом замке с одной стороны. В основном кармане нет никаких отделений. И немного шуршащий материал, но не сильно. Всего сумочки представлены в трех цветах. Все они блистают: черный, золотой, серебряный. Симпатичные матовые косметички. Замочек у них в виде колечек, еще и двухсторонний. Стоимость 99, материал полиэстер нейлон. Внутри все великолепно сделано. Есть три кармана. Два из них небольших, например, под помады. Один побольше и материал не шуршащий. На выбор представлено в трех цветах. По качеству вообще никаких претензий. Черный, коралловый, синий. Резинки для волос бренда InStyle. Два цвета, 99 рублей. Фикс-прайс экономит, теперь их 70. Всего три набора разных цветов. Я же не ошибаюсь, раньше их продавали по 100 штук. Милейшие резиночки для деток в количестве 2 штук. Резиночки крепкие, волосы будут держать хорошо, с декором. Всего нашла 4 варианта стоимостью 51 рубль. Розовые зайки, голубые мышки, фуксия-жираф и зеленый медведь. А такой набор резиночек можно приобретать не только детям, но и самим себе. В набор входят 5 резиночек. Резиночки разной толщины. Такие резинки хорошо служат и крепко держат волосы. Цена 51 рубль, на выбор 4 расцветки. В центре сердечки блестящие. Ох, девчонки, как сегодня себя сдержать. Расчесочки для волос стоимостью 99 рублей. Ваша расческа будет целая и невредимая, если у ребенка появится эта. Яркая и упругая. Всего 4 дизайна. Мне кажется, сегодня это наше звездное число. Они настолько яркие, что привлекают даже мое внимание.
Если носочки, то только фикс прайс. Размер с 35 по 38. Носочки мягкие, коротенькие, с антискользящим покрытием. Достала все возможные расцветки. Выбираете для себя самую любимую. Состав 86% полиамид, 13% полиэстер. Цена 77 рублей за пару. Собачки, кошечки, панды. Носочки не колючие. Мне кажется, будет отлично для новогоднего подарка. На некоторых моделях даже встречаются такие милые ушки. А в мужском отделе удалось найти такие носочки фирмы Zuvey. 67% хлопок, 33% полиамид. В темно-сером, светло-сером, черном, синем цвете. По 77. Да, когда смотришь на отдел с мужскими носками, радости, конечно, не прибавляется. Очень бы хотелось, чтобы к Новому году появились какие-то красивые варианты. Я вот не против тематических. В женском отделе обнаружены гольфы. Вдоль идет рисунок наподобие снежинок. 75% акрил, 5% ангора. Стоимость 99 рублей. В детском отделе появились манишки. Не сказать, что они очень теплые, вязка тонкая. Состав 100% акрил на 4-6 лет. Манишка детская по 199 рублей в светлых темных оттенках. Подойдут как для мальчика, так и для девочки. Даже есть розовый. Новые женские перчатки по 199 рублей. Декор в виде пушистика. Внутри тоже мягкое покрытие. Они не супер теплые, не на самую холодную погоду. 95% полиэстер, 5% эластан. Все очень носибельные оттенки. Черный, серый, кофейный. А нет, нашла четвертый, коричневый. Я не помню, мы с вами видели подвесные украшения в сиреневом цвете. Серия «Снежное кружево». Цена 77 рублей. Посмотрите, сколько их здесь тут красивых. Я вам уже показывала этот уход, но находила только ночной крем. Оказывается, еще есть крем-лифтинг. Цена 55. Снова конфеты с алкогольным вкусом. Амаретто. Стоимость 55 рублей. В упаковке 250 грамм. Конфеты Империя Сорти с ликерной начинкой. В составе этиловый спирт, сахар, ароматизаторы. Сладкий календарь явно выполнен для деток. С обратной стороны рисунки, которые можно вырезать и раскрасить. Стоимость 99 рублей, щенячий патруль, либо куколки Лол. Состав, конечно, подкачал. Конфеты в виде монеток, золото пиратов, стоимость 55 рублей. Когда-то мне говорили, что такие конфеты не очень вкусные. Оливок в фикс-прайсе я раньше тоже не видела. Ботаника без косточек, 280 грамм за 55. Также есть маслины без косточек за 55 рублей. Состав маслины, вода, соль, фиксатор окраски. На кассе можно приобрести бальзам для губ, ежедневный уход. В упаковке видим макарон, апельсин, банан, яблоко, земляника за 77. А на этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо вам за просмотр. Я не представляю, как сегодня с фикс-прайс не уйти, простите, бомжом. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписывайся на мой канал. А я пошла закупаться для себя. Всем хороших покупок. Пока-пока!